Третья часть, да, Алена? Да. Третья? Угу. Сейчас я покажу, как собирать силу духа. Сейчас мы выйдем, будет не снег, а красиво. Да? Ух ты. Да что ж ты, ты только во второй части вылечила лапку. Ну, зато теперь ничего не будет болеть, я дух. Ты дух? Да. Хоп. А что ж теперь нужно делать? Не знаю, что делать дальше. А ты третью еще не прошла? Третью сейчас я прохожу. А, вон и мой светлячок. Ну, вместо духа у меня лисы, теперь светлячок. А, теперь уже вот такой, да? Да. Понятно. А как игра называется? Дух Севера. Дух Севера, да? Жаль, конечно, что уже не лиса, она была красивая, да? Да, да. Вот, уже не снег. Ух ты, ты куда-то уже вышла, да? Да, уже тут не уже снег. Тут уже не снег, да? Смотри. Вот помнишь, когда вначале было розовое небо? Да. Я когда смотрела видео, говорили, что это может быть вулкан. Помнишь, как я историю рассказывала? Да. Сейчас я научу вас силу духов собирать. Если я найду, конечно, эти голубые цветы. Ну, тут цветы нужно найти еще, да? Да, только не эти фиолетовые. Но запомните, их надо очень хорошо, потому что они очень нужны этой игре. Так, так, туда не допрыгнем. И туда. А куда ж идти? Странно. А вот голубые цветы какие-то были. Ты прошла, нет? Не, это не те. Это фиолетовые. Надо именно голубые. Где-нибудь найдем голубые цветы. Оп. Эй, чё туда нельзя? Вернись. Чё вернуться? Ну, потому что вернись. Ты там могла, наверное, перепрыгнуть. Где? Вот назад иди. Назад? Да. Куда? А, нет, не тут было, да? Да. Я как-то это прошла. Да? Помню как. Сейчас будем думать. Оп. А вот здесь иди, иди, иди вперед. Вот с этого камня можешь направо запрыгнуть? Хотя да, можно. Оп. А теперь вот туда запрыгнуть можешь? Да, вот видишь камень. Сейчас мы, я вас буду учить собирать силу духов. Смотрите внимательно. Да, вот эти цветы, да? Лаять. Потом лаешь, потом собираешь силу духа, и я на кого похожа теперь? Ух ты. На духа. И отдаем камню свою силу. А потом на всякий случай снова собираем вот, вот это. Вот, видишь, мне проход открыли. Угу. Сейчас на всякий случай я лучше возьму вот эти цветы. Еще раз, да? Да. А то понадобится. А то там дальше тоже будут всякие рисунки, камни. А, вот так вот, да? Да, так, куда дальше? Так, сюда. Это как будто лабиринт, но каменный. А не, не туда. Не туда. Ну, там цветы. Где рисунок? Так, это не туда. Вот рисунок. Сейчас мы посмотрим и можем... Вот, смотри. Ух ты. Это когда, наверное, еще люди были живы, они ставили палатки и тут жили еще. Да? Пока они не умерли из-за вулкана. Сейчас возьмем силу духов и пойдем дальше. А то я там камень, помню, был. Так, где у нас тут? Камушек наш. Потом надо снова брать силу духов. Хоп. Отдаем тебе силу духов наш. Нет. Опять камню, да? Да. Посмотрим, что дальше будет. Может, хоть что. Ага. Открылся проход, да? Да. Где будет дальше вода? Сейчас. Так, тут нет силы духов. Хотя, может, тут духа камня можно уже забрать силу духов. Я посмотрю сейчас, что будет, когда, если забрать у него. Давай, забирайся. Так.
Я у тебя забираю, мне она нужна. Смотри, ничего не происходит. Когда что-то свалилось, можно уже забирать силу духов. Побежали наверх. Да? Так, это не туда. Сюда может. Да, сюда я правильно повернула. Так, лисичка заходит. Так, ух. Вы думаете, что я не долечу? А я как раз долечу. Опа, ай, дернулась. Не в ту сторону, да? Да, не в ту сторону. Сейчас будет получше. Смотри, у него хвостик сзади сверкается. Угу. Вот когда будет темнота, будет хорошо видно. Хвост будет подсвечивать, да? Да. И мой светляк теперь. Он теперь, этот светляк ко мне навсегда остается. Это же место лесы теперь будет мне. Он, может, тоже путь показывает. Сейчас. Вот этих... сил духов нельзя собирать. У тебя нет посоха. Да, придется искать. Посох, найдись. Не видите посоха? А вот что-то лежало, нет? Где? Вот нас. А, это палки просто лежали, да? Ну и что, что я пропустила? Подождите. А, ну тут камень. Обычный. Который я забрала свою силу духов. Ох, что-то стрёмно прыгать. Ну, ничего не стало. О, смотри. Угу. Я как раз помоюсь пока. Да? Ух ты. Я тут помню, где-то был камушек. Поплыла. По воде может ты быстрее? А, да, она может по воде быстро плавать, когда она очень долго плавает, ей надо высушиться. Сейчас будет вода, мне надо на камушек так. Сейчас, я буду теперь стоять на камне лучше. Знаешь, почему я стала на камень? Почему? Сейчас увидите. Ты его зажгла? И вода! Хорошо, что я буду не мокрой. Хватит ей там лить. А чё? Я хочу быть на камне. А, воды много, ты уже не можешь на камне, ты уже плаваешь. Я забираю, когда у тебя силу. Я тебе не верну силу. Это моя. Тебе она больше не нужна. Вот сюда. Я понял, как сюда надо идти. А как до тех цветов достать? Может, просто лайте всё? Эх, пойдем. Я очень долго на этом была, потом нашла какую-то дорогу. Да? Непонятную. И она меня привела к следующему камню. Только не знаю теперь куда. А, сюда идти. А! Смотри. Посох нашелся, да? Может, мы где-то и найдем его хозяина. Когда я смотрела это видео, как в ней играть, я... А вот вода уменьшилась... И потом они нашли хозяина этого посоха. Угу. Может, это хозяин тот, который там? А вот камень какой-то еще, смотри. Да, надо ему отдать силу духов. Да? Хорошо, что я вовремя забрала палку. Ну, опять вот. Вода, да? Вода только была. Ой, вода... затопление! Так вода для того, чтобы ты плавать могла. Все выше и выше, хотите сказать. Да, чтобы ты выплыть отсюда могла. Куда? Я не знаю. Я забираю у тебя силу духов. И она тебе больше не нужна. А это что за дорожка? Интересно. Я ее раньше тут и не видела. Странно. Что это за дорога такая? А это что ведет? Куда ведет это? Эх. Никуда. Никуда. Вот сейчас
вот когда дети играть, очень быть осторожным. Тут будут камни валиться. Может, я где-нибудь... А! Ух! Вот, видите, что произойдет, если наполоманный камень встать. Так, так. А! Прицелись. А я когда-то... я там камень видела. Упала, да? Не, это не тот камень. Мне он не нужен. Надо возвращаться, да? Да. Ой, зря я это свалила. Куда ж плыть? Куда выплыть? Эх. Где же? О! Нашла? Ты что-то нашла подобное. Подобное. А, вот дорога. А, ты по которой подымалась, а потом упала, да? Да. Побежала ли сюда? А нет. Не туда. Как-то другая дорога, по-моему, да? Да не, та же самая. Да? А, хотя да. Другая. Ну, сейчас, а ну, побыстрее плыви. Потрачу все свои силы, побыстрее плыть. Да ладно, ну что ты. Эх, вот сейчас быть очень осторожным бы. Да? Ой, понятно почему. Я, может, не допрыгну. Ты тут уже прыгала. Прыгай. Оп. Знаешь, что у нее крылышек нет, когда... А что она, если я дух, а что я не могу походить по воздуху? Не знаю. Ой. Да что ж ты, опять то же самое, а? Большая дырка. Да нет, надо было с краю прыгать. Ну, давай, вот опять сюда, да? Да, придется. Все по кругу. Так, когда-нибудь не по кругу. Камушек найду, может. Так. Я не уверена. Прыгай! Оп. А знаешь, как, почему я падаю? Это я задеваюсь за эти камни вот здоровые. Да? Сейчас должна долететь. Чуть не упала. Осыпались, да? Да. Вот тут надо быть осторожным, чтоб они тебе на голову не упали. И сами. И сам падали. Не упал, да? Вот ты осторожно. Ой! Я этого не жду. Вот. Тебе, наверное, наверх надо, да? Или как-то? Куда? Вот смотри, если я на него встану, я упаду. Это будет очень плохо. Конечно. Странно. Куда ж посох девать? Жаль, конечно, что мы, наверное, его не... Наверх не запрыгнешь, нет? Да нет, не запрыгну. Видишь, я не прыгну. А вот здесь? Нет? Я тоже не запрыгну. Жаль, что, конечно, духа сейчас нет. Да, папа? Камня тут нету, да? Угу. Просто классно упойдем. А повернись назад. Можно Ну, дойди опять до конца. До конца? Угу. И что? Тут не перепрыгнешь туда? Туда? Я же не долечу. Смотри, как я прыгаю. Я вообще туда не долечу. Я когда-то А вдруг долетишь? Я когда-то хотела туда долететь. А вдруг долетишь? Я не долетела. А вдруг долетишь? Нет, не долечу. Хорошо, твои варианты куда дальше? Отличный был вариант. А чего? Отличный был вариант. Может, ко мне опять вернем силу? Может, что-то хочешь это, что-то что-нибудь дойдет? Ну, давай, открой этот камень. О, ну, мне все равно ничего не даст. А ты его уже открывала. Да. Фу, давай высушись. А то я думаю, что тебе высушивайся. Хотя зачем тебе высушиваться? О, может, туда я запрыгну? Тут, помнишь, был дух? А, вот, помнишь? Ты его нашла, да? Ну, хотя можно там было и другого духа найти. Но я дам этому духу. Хотя я неправильному духу принесла палку. Почему?
ну, было предназначено для другого духа, я понял, что тут был другой дух. Эх, может, скинец дадут, вот новый. Скинец? Угу. Это скин? Ну да, скин. Скин, скинец. Тю. А, ты нашла уже троих. Ну да, я нашла троих. А на тебе можно стать? О, спасибо. Эть. А что, если я туда прыгну? Эть, не, не дает. Не прыгну. Эх, придется туда идти. Назад, да? Угу. Жаль. Теперь надо искать силу духов. Эть. Поплыли обратно. Я помню, где-то тут была сила духов. Да? Угу. Вот она высушивается, и идем дальше. Сейчас. Вот сила духов. Тут аж три силы духов. Расцветайте. Нам надо. Ты цветы заставляешь расцветать, да? Да. Хочу, чтобы они... Эх, они отцветают. Ну ладно. Нет. И дальше что? А дальше может туда плыть. А, ты точно не знаешь, да? Mm-mm. Ага. Видишь, за мной и... Дух, да? Свет идет. Хотя зачем мне свет сейчас, если сейчас светло? Ну, а тут никаких камней нету, не? Нету. Тут ни одного камня нет. Это что, пещера туда ли? Да. О, а давай посмотрим, будет, если я лайну, камень будет? Расцветает. Да. А ну, я снова возьму. Когда что будет? Ну возьми ж ты. Не достает. Эх. Знаешь почему? Потому что у меня уже есть сила духов. Да? Угу. Поэтому он не берет, да? Угу. Я так думала, что будет. Может, сюда поплывем? Угу. А это что? Я эту пещеру не было похоже. Подождите-ка. А что это за пещера такая? А, не знаю. Может, потом понадобится. Вот бы сейчас был дух, когда было классно. Он бы подсказал, да? Угу. А вместо его ставили какого-то светляка, который вообще ничего не дает. Я предполагаю, что нужно найти вот такие штуки. Палки? А вон, смотри, там вернись назад. Чего назад? Назад, вернись. Ты вот только что проплывала. Шо? Нет, проплывала только что стену. Там вроде бы что-то было начертано, нет? Нет, вот сюда, сюда. Сюда? Да, шо? Вот где там, вон, видишь, что? Начертано. Вот, на стенах, нет? Это вообще не они. Нет? Это надо такие палки, вот с таким закрученным крюком и с камушком внутри. Да? А зачем? Чтоб камень дал духу вылезти и вернуться в свой мир. Угу. Мир духов. Я бы камень сейчас с радостью нашла. Ты тут уже была. Да. И сейчас какой-нибудь камень с радостью бы нашла. Вот только какой. А давай назад вернемся, посмотрим, хоть что-нибудь там может... А может, нам поможет тот рисунок, который мы зажигали? Эть, так, допрыгивай. Эть, давай. Не знаю, чем оно поможет, но может, чем-нибудь поможет. Какой рисунок ты зажигала? Ну да. А если я ему отдам? Что? Эх, если я... Мне не получится ему отдать силу духов. Эх. Жаль. Где-то что-то мы не находим. Может, камни давай отдадим? Ну, отдай. Хотя уже ничего не произойдет. А, ну он же уже все исполнил, да? Да. Не надо. Потом ты будешь опять забираться сюда, да? Эх. Я так понимаю, тебе нужно набрать воды, чтобы потом выплыть вот туда дальше. Угу. Вот, когда я смотрела, я подумала, что это какая-то другая лиса.
Или я невнимательно смотрела. Да? А если туда как-то попасть? Вот ты туда попадешь, наверное, когда? Когда у меня вода будет большая. Да. А я не знаю, где камень. Вот. Вот. А может, я не свалюсь и как-то туда попаду без воды? А вот сюда запрыгнешь? Ну, конечно, вправо. Могу. Да? А дальше там пройдешь, нет? Похоже, нет. Ты так и думаешь, что нет. А справа, если обойти? Там, видишь? Нет. Не дает? Нет, не даст. Ух ты! Эх ты, лиса непрепрыгучая. Хорошо, что хоть не побилась. Да хорошо. А если побьюсь, ничего не станет. Ну, это в этой игре так. На самом деле, с такой высоты об камне. Дух, лучше помоги. А не мотыляй, как бабочка. А чё он через камни проходит, а я не, если я дух? Ну, видишь, нужно что-то найти. Я тебе ничего не буду. Давай мы в следующем видео закончим это прохождение, да? Если мы его закончим. Ну, закончим, я думаю, да? Да. Давай, соберемся силами и пройдем его дальше потом, да? Угу. Хорошо.